Здравствуйте, меня зовут Босе Аделаджа, я ведущая передачи «Мир женщины». И на этой передаче мы говорим о женщинах, мы учимся от разных женщин. Сегодня мы будем учиться от жены Потифара. В Библии есть такой герой, это Потифар. Это великий человек, он был в Египте, он служил при царе. И в это время, это было время, когда Иосиф был продан, ну, в рабство, в плену. И Иосиф попал в дом Потифара, и Бог был с Иосифом, он успевал во всем. Но в книге Бытие 39 глава, 7 стих, мы считаем, «И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мной». Знаете, мы не должны стать причиной соблазна для людей. Грех, прелюбодеяние и блюда – это, знаете, как шумой нашего поколения. Но мы, как женщина Божия, мы должны бороться против нездоровых мыслей. Мы должны противостоять, мы должны убегать от всякого проявления блуда, от всякого проявления прелюбодеяния. Мы не должны стать соблазнен. Сегодня многие женщины громко не говорят «спи со мной». Но всеми другими возможными способами они говорят то же самое. Потому что дух блуда и прелюбодеяния – это один дух. И он действует одним же образом через разных людей. Мы обязательно будем больше говорить об этой теме. Скоро увидимся.